Приветствую вас. Смотрите, я не знаю, конечно же, вашего психоэмоционального состояния. Ну вот, сейчас, на данный момент. Я не знаю того, как вы вообще... Ну, относитесь к критике, к каким-то вот таким рациональным моментам, да, каким-то таким вещам, которые, ну, не вписываются в вашу привычную модель поведения. Ну вот, поэтому, соответственно, могу только догадываться, но хочу сказать, что в психологии есть такая позиция. Она напрямую связано с тем, да, как мама или как любой родитель относится к своему ребенку. То есть, если, грубо говоря, да, вот если вы транслируете своим детям, пусть и там не специально, да, пусть там это вообще происходит, ну, не по умыслу, но тем не менее все же происходит. Если вы детям транслируете, что они должны болеть по какой-то причине, то вот сами, например, думаете, что это порча, да, что это вот, а вдруг это порча, а вдруг кто-то еще. То есть усиливаете, гиперболизируете проблему, вот, то и дети будут испытывать на себе влияние этого, влияние вот этих вот ваших посылов, которые есть у вас. Вот. Поэтому в первую очередь разберитесь с собой. Это в первую очередь. Со своим душевным равновесием, душевным балансом, да, и так далее. Это начало вот прямо начало прямо с собой. Разберитесь. Это первое. Второе, что нужно сделать, это отграничить себя от детей. Да, то есть я не знаю, как вы ведете себя с дочерью, но дочь ни в коем случае нельзя жалеть. Вот ни в коем случае нельзя жалеть. Дочь. Потому что именно жалость побуждает ее находиться в таком состоянии. Вот. Почитайте книжку, она не совсем про эту историю, про вашу. Вот. Но она про людей примерно вашего типа. Она называется «Созависимость. Семейная болезнь». Автор Валентина Москаленко. Вот. Прочитайте про нее, да, вот прочитайте эту книгу. Вот. Не обращайте внимания в этой книге на форму, в которой, ну, как бы, на форму, да,
какую облекает автор свои мысли. На примеры тоже внимания не обращайте. А вот на содержание я рекомендую обратить самое пристальное внимание. Вот. Обязательно это сделайте. Сделайте так, чтобы дочери было невыгодно находиться дома. Понимаете? Невыгодно. Что касается сына, то я опять же не очень понимаю, да? Как бы послеоперационный рубец внутри мышцы, то есть если, допустим, что значит вы были? Сколько сыну лет-то вообще? Сколько сыну лет? Если ему там больше 18, то в чем проблема здоровому мужику решать свои как бы сложности самостоятельно, без мамы? Откуда у вас вот этот мы, да? То есть, почему наша проблема? Это не ваша проблема. Вот понимаете, Светлана, это не ваша проблема. Это проблема вашего сына. Не ваша сына. Вот разницу как бы ощутить. Разницу. Не ваша, а сына. Только. Вы ему помогаете. Но вы собой не жертвуете, Светлана. Да? Знаете, о чем идет речь? Отграничить нужно себя от своего сына. Это не значит отдалиться совсем, это не значит перестать там оказывать ему помощь, это не значит бросить его, нет. Это значит, ну вот, почитайте в книжке «Созависимость семейной болезни». Почитайте в этой книге. Вот. Ну, при необходимости, да, как бы можно будет проконсультироваться, да, то есть поговорить, пообщаться, все расскажу подробнее, просто потому что в одном ответе все это говорить как бы долго уже. Вот, тем более, что ваш вопрос, да, он может быть адресован не психологом вовсе, а эзотериком, вот, то есть как бы, вот, я не знаю, тут куда выдать вопрос. Вот. Значит, смотрите, вы пишете, не знаю, что думать. Думать тут ничего не нужно. Думать, тут нужно делать. Просто делать. Остановиться, проанализировать свое поведение, свое отношение, свой настрой, свои цели, свои желания. Вот. И, соответственно, то же самое сделать с детьми. Их настрой, их желания, их цели, их потребности, их там, их и так далее. Вот. Понимаете? Вот вы говорите, что у дочери погибший жених, она уже много лет не выходит из дома. Ну вот что значит много лет? Как бы, а зачем ей выходить из дома? А почему она так восприняла гибель жениха? Почему у нее ничего своего-то не осталось? Да, то есть как бы, ну, самобытности никакой нет. Почему? Потому что вы своей гиперопекой, скорее всего, ее подавили. И личных границ у детей ваших нет. Я уверен, что ваш сын тоже взрослый, у него тоже нет личных границ. Он тоже слабый, он тоже ничего сам не может делать. И он тоже будет переживать, если он расстанется с девочкой. Со своей, я думаю. Понятно? То есть, смотрите глубже в ситуацию. Не лечить детей нужно от физических болезней. А корректировать нужно их поведение, чтобы болеть им было невыгодно. У меня такое ощущение возникло, что на подсознательном уровне вы хотите, чтобы дети болели, а дети хотят болеть, чтобы вы были с ними. Понимаете? Вот. Это порочный круг, о котором в том числе и написано вот в той книге, о которой я говорю. То есть у детей отсутствует психологическое разрешение не болеть. Вообще. Вот. При том, что чисто внешне как бы вы хотите им помочь, чисто внешне они хотят выздороветь.
Но никто ничего реально для этого не делает. Понимаете? Вот и все. Это жестоко, это грубо, может быть, звучит для вас. Я отдаю себе в этом отчет. Но по факту, лучше так. Чем вы дальше будете жить вот в иллюзии. То есть, может быть, вы и не приемлете, не примете то, что я скажу. Может быть, вы не примете этого, то, что я скажу. Но зато, зато вы это запомните, скорее всего. Понимаете? И запомнив, даже если не согласитесь, будете этому следовать. Понимаете? Вот. Ну, я так вот думаю. Такая у меня задача. Вот. В идеале проконсультироваться нужно вам, потом вашему сыну, потом вашей дочери, хотя бы по одной консультации. Хотя бы. Дочь вполне возможно нуждается в помощи врачей. Именно врачей. Вот, ну так это же нужно делать, все. Этим же нужно заниматься. Вот. Но это не ваша проблема. Помочь решить проблему может только человек, у которого у самого все хорошо. А у вас не все хорошо, потому что где отец детей? Где ваш мужчина? Если, как бы, отца детей нет, например. Вот. Где ваше личное счастье? Вот. Вот на этой теме и сконцентрируйтесь. Подумайте, какую энергию, какой посыл вы посылаете детям своим, если внутри вас счастья нет и гармонии нет. Вот и все. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.